Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Михаил Реми, и сегодня я хочу вам рассказать про очень интересную игру. В этой игре вы сможете убить свое время, ну и просто повеселиться. Эта игра называется «Моя компания такси». Все ее характеристики сейчас находятся на вашем экране. В самом начале, как только вы скачаете эту игру, у вас не будет никаких машин. Понятное дело, машины — это наши такси, и вот наша карта. Нажимаете на самую главненькую кнопочку, которая находится посередине. Это кнопочка машины. И тут вам отображаются мои машины, то есть ваши. Или вы можете купить машины. То есть сейчас у меня две машины Toyota. Тут мы можем видеть их характеристики, как в каком она сейчас состоянии. То есть чистота, бензин и состояние. Также мы можем ее отремонтировать. Например, эту мы можем отремонтировать за 2 доллара. И эту за 3. Ну и потом мы ее можем также продать. То есть вы действительно хотите продать автомобиль за 7333 доллара. Я нажму «Нет», потому что она продается за маленькую стоимость, а покупка этой машины стоит гораздо дороже. А переходим во вкладку «Купить машины». Самое первое – это 16 тысяч долларов, но вам советую покупать на начальном этапе либо вот эту машину, которая сейчас у меня, то есть Toyota, либо вы можете купить за 38 тысяч, но это уже смотрите сами. По-моему, при начальном запуске игры вам дается 50 тысяч долларов. Так что думайте сами. А так, тут достаточно большое разнообразие машин, то есть показывается их название, показывается их характеристика, то есть какая у них скорость. Если мы сравним, то самый первый очень маленькая скорость, а также цена одного заказа очень маленькая. Что значит цена заказа? Это значит, когда человек вызывает такси, вы отвозите его на место, куда ему нужно, он вам платит, если вы купили вот эту машинку первую за 16 тысяч долларов, то он вам платит от 8 до 12 долларов. У меня сейчас Toyota, и у меня цена заказа от 12 до 20 долларов. Также тут много разных машин. Ну а самая дорогая стоит 340 тысяч долларов, скорость у нее высокая, и цена заказа от 200 до 250 долларов. Также вы можете купить машинки за реальный донат, то есть задонатить в эту игру и купить машины. Ну, конечно, опять же, делать я вам этого не советую, так как это просто игра. Игра, в которой вы получаете удовольствие. Так что просто играйте, ну и наслаждайтесь. Так, закрываем вкладочку. Давайте теперь посмотрим на саму игру. У нас есть вот такая вот карта. Хочу сказать, что это типа город Киев. Сейчас я это объясню, это находится в картах. Но давайте сначала я вам покажу управление. Вот у меня две машинки Toyota. И вот, например, человечек. Выбираем машинку. И вот к этому человечку. И она начинает ехать. Кстати, вот у него есть режим ожидания, то есть вот эта полосочка. Когда она закончится, то этот человечек уйдет. Если наша машина не успеет доехать, давайте покажу. Если наша машина не успевает доехать, то заказ отменяется. Вот, как мы можем видеть, он не успел доехать. Человечек исчез, и машина просто остановилась. Также у нас появляется уведомление, типа где появились новые человечки, но я ими не пользуюсь. Просто делаю такой вот маленький и дальше управляю. Так что все, что вам нужно, это брать вот так вот машинку и направлять ее к клиенту. Потом, когда машина доезжает до клиента, выстраивается маршрут, то есть место, куда ему надо. Например, этому человечку надо доехать вот до сюда. Также мы можем второй управлять машинкой, отправлять ее на второй заказ. И точно так же определяется другой маршрут. После того, как машина доедет до конца, то есть такси выполнит свою работу и получит за заказ деньги. У Toyota это от 12 до 20 долларов. Давайте сейчас посмотрим, сколько нам дают за этот заказ. Вот мы его закончили, и 15 долларов нам начислили. Все хорошо, все прекрасно. Вот такое вот управление. Дальше вверху мы видим наши доллары, то есть наши деньги. У меня сейчас 882 доллара. По идее, на эту сумму ничего не купишь, поэтому я просто должен выполнять заказы. Потом мы видим наш уровень, сколько у нас машин. У меня сейчас 5 уровень и 2 машины. Уровень нам прибавляется каждый раз, как мы выполняем заказ. Так, с управлением мы разобрались, с верхней частью экрана тоже. Но давайте перейдем
в нижнюю часть экрана, где мы не разобрали несколько кнопочек. Первая – это наша статистика. Тут мы можем изменить нашу компанию, то есть нажимаем на карандашик и выбираем наше имя. Например, могу назвать корпорация RMI. Окей, все, название изменилось. Также видим наш бюджет, но это те же денежки, которые у нас отображаются на балансе. Выполнено всего заказов 61, а у меня машин 2, всего заработано и всего потрачено. Вот, вот такая вот статистика. Дальше идет карта городов, что я вам и говорил. Вот, первая начальная карта — это Киев, на которой я сейчас нахожусь. И в этом городе вы можете иметь максимум 5 машин, то есть 6 вы не сможете управлять. А дальше у вас идет Берлин. Эту карту я уже открыл, потому что она открывается на 4 уровне, и тут максимум 7 машин. Дальше там идет Москва 10 уровня. Ну и самый такой большой город считается Нью-Йорк. Открывается он на 500 уровне. И максимум там можно иметь 30 машин. Достаточно прикольно. Ну и как мы видим, игра довольно большая. В том плане, что уровней много. Ну и машин, насколько вы помните, тоже. Чтобы перейти на любую карту. Например, у меня сейчас выбран Киев. Но у меня вот открыт Берлин. Мы можем нажать «Открыть карту». Нажать подтверждение, что мы действительно хотим перейти на карту. И вот так вот красиво мы переходим. Вот наши две машинки. Давайте сделаем меньше экран. Вот, как можно видеть, карта достаточно больше, чем у Киева. Также появилась речка, больше зеленых участков. Вот это вот наши типа мостики. То есть мы теперь можем ездить на другую часть города. Ну и также выполнять заказы. С кнопочкой машины мы уже разобрались, дальше идет кнопочка магазин. Ну, как я и говорил, тут вы можете купить даже с процентной скидкой денежки, внутреннюю валюту. Но я еще раз говорю, что не вливайте сюда деньги, так как это игра, ну и почти в каждой игре есть бонус за видео. То есть вы смотрите видео и получаете внутреннюю денежку, по которой вы сможете уже играть и покупать там новые машины, карты или что-то там еще. Например, в этой игре за одно видео мы можем получить $500. Всегда я проверяю, можно ли это сделать, можно ли получить. Давайте посмотрим одно видео. Да, все прекрасно, вот видео просмотрено, у нас появилось такое уведомление. И вот у меня было 800, там почти $900, и вот сейчас у меня на балансе $1400, то есть прибавилось как раз $500. Все работает, этот бонус работает. Прекрасно, можете смотреть видео. Ну и если вам там не хватает, быстренько набить эти $500, так как за один заказ нам дают всего $12-15. Дальше идут кнопочки настройки. Тут вы можете включить-выключить звуки и музыку, выбрать язык. Язык тут английский и русский, только два языка. Дальше тут написана темная тема, но она, наверное, либо не работает у меня, либо она находится в стадии разработки. Если эта темная тема появится, то достаточно будет прикольно. Также мы можем сбросить игру, то есть начать все заново, у нас все обнулится, и посмотреть рейтинг в Google Play. Что же, вот и все, вот такая вот игра на сегодня была. Надеюсь, что вам такая игра понравилась. Ну а если вы хотите скачать эту игру, то переходите по ссылке в описании, скачивайте с Google Play и играйте. Также вы можете поддержать меня лайком, но если вы не подписаны на мой канал, то можете нажать на красную кнопку подписаться. Спасибо, что досмотрели ролик до конца, я вам очень признателен. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всем удачи, до новых встреч.